Активна підготовка до школи почалася. Об гэтым свідчаць і школьні кірмашы, якія пачалі працаваць на Брэшчыне. У абласным цэнтры будуць сёння неабходныя для новага вучэбнага года традыцыйна выдзелена пляцоўка па вуліцы Гоголя. А бацькам для сваіх школьнікаў неабходна набыць шмат усяго. Асартымент і цэнавы фактар задавальняе амаль усіх, прыйшоўшых на кірмаш, каб набыць тавары да школы. Это очень хорошо придумали. В одном месте собрано все, что необходимо, чтобы собрать ребенка в школу. Готовим вот внучку к школе. Она уже в третий класс у нас пойдет, поэтому вот сама выбирает, что ей нравится. Бабушка то говорит, не нравится, то не нравится. Вот ходим, смотрим, выбираем. Уже? А выбор товара какой? Ну, ничего, можно выбрать. Еще, слава богу, всего хватает, лишь бы деньги. Лучше, чем в магазине толпиться. По крайней мере, все тут на виду. Выбор. Нормально. Каб набыць все товаров было хуткими и одним месцем, удзел у школьных кірмашах только у Брэсце берусь звыш 40 гандлёвых организаций. У приоритете непосредные вытворцы продукции для школьников. Сегодня на ярмарке задействовано более 40 субъектов хозяйствования. Предложены канцелярские, школьно-письменные принадлежности, школьная форма, бельевой трикотаж, сурочно-носочные изделия и многое другое. Выбраць і сапраўды ёсць чаго. Тым больш, што да школьных кірмашоў добра падрыхтаваліся і самі гандлюючыя арганізацыі. Па падліках спецыялістаў, сабраць школьніка малодшых класаў да новага навучальнага года будзе каштаваць ад 200 да 550 рублёў, старэйшых класаў ад 230 да 670. Работа по подготовке наших детишек в школе ведется уже с июня месяца. Торговыми предприятиями города сделаны запасы товаров школьного ассортимента. И, скажем так, крупные предприятия города сегодня предлагают различного рода рассрочку. Пашыраны продаж товаров школьного ассортимента в областном центре будет проводиться целый месяц по выходным дням. 13 жнивня до кермаша по улице Гоголя добавится кермаш по улице Московской для гандлевого центра Алми, где отбудется пошыраны распродаж школьно-письмовых принадлежностей. Юрий Пешур, Николай Ковалёв, телерадиокомпания «Брест».